Хорошее настроение и море позитива. Накануне в Доме дружбы состоялось открытие региональной лиги КВН. На суд зрителей и жюри свои юмористические заготовки представили 10 команд с разных уголков республики. Это представители различных вузов и СУЗов Дагестана. Подробнее о том, чего ждать в новом сезоне КВН, в сюжете Карины Баталовой. После долгого перерыва клубы веселых и находчивых снова в деле. Причем в рядах дагестанских КВНщиков много новичков. Около половины команд впервые на сцене. Но удачные шутки не заставляют себя долго ждать. Публика встречает юмористические зарисовки с смехом и аплодисментами. Кстати, в зале аншлаг. Пропустить первую игру в сезоне – дело досадное. К сожалению, билетов не хватает, и мы даже подумываем переехать в более просторное помещение, если позволят, конечно, нам наши возможности. Но благо пока есть такие друзья, как Султан Трамов, директор телеканала ННТ, радио «Ватан», строительная компания «Монолит Строй», «Мави», которые поддерживают нас. Тех, кто пройдет следующий этап турнира, выбирают не зрители. Свой вердикт выносят члены жюри. На этот раз в их составе не только известные КВНщики, но и спонсоры мероприятия. Строительная компания «Монолит-05». Сегодня мы, группа строительной компании «Монолит-05», пришли на открытие сезона, поддержать нашу молодежь, поучаствовать в данном мероприятии. Сегодня я в качестве жюри. Спасибо большое всем организаторам за данное мероприятие. Мы поддерживаем любые начинания нашей молодежи, и КВН не в исключение. Очень приятно, что группа строительных компаний «Монолит-05» в очередной раз поддерживает нашу молодежь и дает ей возможность вот так замечательно проявлять себя на сцене. Потому что мы знаем, что огромное количество КВНщиков вчерашних сегодня снимают фильмы на российском уровне или что-то невероятное делают. Ну, действительно, взять тех же «Махачкалинских бродяг», каждый из участников сегодня проявляет себя в разных сферах, и это действительно поднимает рейтинг нашей республики. Дагестанская лига КВН состоит из 5 игр. Команды, которые прошли этот этап, смогут поучаствовать в 1/8. Вне соревнований проходит команда школьной лиги КВН «Не по-детски». У нас есть небольшой такой презент от нашей компании. Это команда «Не по-детски». Двухкомнатная квартира. Будущее это. Спасибо всем большое. Ваши аплодисменты, друзья, «Не по-детски» от «Монолит Строй». Для вас отдельный кубок уже весь. Впереди еще 4 игры. В конце сезона, уже в декабре, пройдут финальные соревнования клуба «Веселых и находчивых». По итогам одна команда-победитель поедет на международный фестиваль команд КВН «Киви». Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.